Всем доброе времени суток, уважаемые зрители. Вот, приехали мы на рыбалку. Наш первый день. Мы собираемся. Ну и меня вот тут вот позвали к друзьям присоединиться. Вот они там на веранде находятся. Я, конечно, с удовольствием это сделаю. Че звали-то? Я пришел. Здорово. Присоединяюсь. Здорово. Здорово, да, здорово, пацаны. 100 грамм у нас. Все, давайте. У нас тут утренний этот. Поехали. Мацион. Мацион утренний, да? Присоединяюсь. За рыбалку. Так, пошлите, подя нальем. Вот теперь надо налить подя. На-на-на-на. На-на-на-на. А неплохо пошла, зрители. Нет, я думал, еще может быть какие-нибудь обновления. Я эту девочку в фонтане искупаю. Ну что? Давайте икру доточим, то испортится. Там уже точить-то нечего. Надо да есть еще и забыть. Вот. Ты можешь лизнуть там. Да есть и забыть. Блянь, вот всегда москвичи такие вот. Лизнуть, блядь. Хорошо, что еще что-нибудь не предлагают. С изюминкой. С изюминкой, да, у нас приезжает. С изюминкой. Ладно, ладно. Ладно, за изюминкой. Вам ли стесняться с вашим губером, блядь? А мы его не убираем. Опа. Дима, нам за губера что, предъявили, что ли? Или мне послышалось? Ну, это, своего не спасли. Это, блядь, сложно. Это ты разля на видео-то. Люди-то там тебя потом найдут в Москве, нахуй. У нас до сих пор еще на забастовки выходят. Вы сейчас на рекету никому не говорите, что вы с Москвы. Да, 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 да. Ну что, банда, по третьей, едем на рыбалку? На рыбалку едем. Еще на рыбалку. Чуть-чуть и на рыбалку, да. Еще чуть-чуть и на рыбалку. Чуть-чуть и на рыбалку. Да, где там у нас Андрюха? На галстук. Человек в немецкой кепке. Андрюха, а что, кепку не взял немецкую? А я потом ее выложу. Да, а что так? Так а раз у тебя фартовые. Предъявлять начали ветераны. Да. За немецкие кепки. Да. За форму. Не поговорили бы господин Штефко с вами? Ты, говорит, этот, у меня дедушка, говорит, самого старосту брал, за ручку, говорил, да где биты? Садитесь, пожалуйста. Давайте. Ты, говорит, патроны подносил, да, подносил. Что тебе солдаты говорили? Гуд, Вася. Гуд, Вальдемар, гуд. Вальдемар. Ну да, это с той стили, степи, да? Стреляли? Да. Товарищ смелый. Стреляли. Бомбометание. Ковровое бомбометание методом квадратного гнездения. Меня вот тут, уважаемые зрители, спрашивают, куда делся человек в немецкой кепке. Андрей Николаевич, здесь, а кепка... поясните, пожалуйста, где немецкая кепка? На базе осталось. На базе? Там же, где и короб. Там же, где и короб, да? Да. Андрей Николаевич, вопрос такой, что вы сегодня будете ловить? Тигра. Тигра? Которого в прошлый раз видел, но он убежал. Убежал, он, да? Позорно убежал. Когда увидел кепку, да? Да. Понятно. Нет, когда увидел ту кучу говна, которая осталась возле кепки или за кепкой. Скорее всего, ближе к этому. Ну что, банда вся у нас почти в сборе, все в хорошем настроении. Уважаемые зрители, созрела идея. На сегодняшний день у меня в гостях самый главный представитель фирмы Коекс. Хотелось бы взять у него интервью. Костя, скажите, пожалуйста, чем мы сегодня будем рыбачить и на какие приманки, спиннинги? Спиннинги, конечно, Black Hole. На приманки, конечно, и тумы. Все проверено, все работает, все ловит. Вот, рыбачит Николаевич. Ну что, Андрей, как рыба? Давай, там где шли, у меня там трусовиком облако хватало. Поймали что? Не, ну у меня, я уже тащил его, ударился, зацепился. Не, реально, вот один рожает. Мы четверых взяли. Нет. Ну вот здесь. Ну вот на хайлике, вот здесь четверых. Раньше не мог подключить, вот уже это. У меня вот здесь
там выше кто-то. Да не тут я что-то. Вот он, уважаемые зрители, прямо на камеру. Вот он, красивый осенний сильный леночек. Ну давайте, братва, кто там еще? Опа! Костя мне поддал дружеское колено. А тебя, красавец, мы, конечно, отпустим. Иди гуляй. Опа! Смазал? Опять поклевочка. Что такое? Только за румпель перехватываюсь. Вот он, догнался, уважаемые зрители. О, Костя, молодец. Ну, что можно сказать? Мастерство представителей фирмы Коэкс позволяет избежать зацепов. Ребята быстренько среагировали, опытные. Спасибо. Вот он, красавчик, догнался. Что, сегодня будут котлеты у нас? Или клинки копченые? Давайте я вас еще на курсе подниму. Ой, как он упирается, уважаемые зрители. В чистой горной воде это просто сказка. О! Промазал. Промахнулся, да? Да. Что, догоняй. Да. Ты не спеши. Дай ему это. Я его видел. Вот, видел, да, его? Ну, с линками все в порядке, линки начали жрать, гоняться. Зараза, снился. Не засекся. Ага. Ты еще все не выдохся у меня. Так как линок сильный и осенний, брать его... Ну, смотрите, ну это просто какая-то чудесная рыба, такая очень сильная, не сдается. О! Хороший линок, я думаю, этого можно взять на жерешку. Во! Смотрите, я только не успеваю линка уже закинуть на жерешку. Вот они прям тут клюют. Опа, есть! Дуплет, мужики, дуплет! Отвалился. Вот они прям гоняются в чистой воде один за другим. Хороший был. Один за другим. Это какая-то не рыбалка, какая-то сказка. Ох ты! О! Ел красиво. Ну вот у нас дуплет с Костей. Ну давай покажем. Опаньки, вот они красавцы. Ух ты, какие бодрые и сильные, да, Костя? Вот не отвалится он, висит. Не отвалится. На тоненьком висит. Юра, давай трио. Пара жирных упитинских линков. Костя, клуб трех. Поздравляю. Спасибо, дорогой. Да ну нафиг! Ты еще имеешь такие силы, дорогой.
Ну, против папы нет приема. Молодец. Хороший. Тоже хорош. Костян, дай, пожалуйста. А, вот, видите. Четко пробило его двумя. Хороший. Вот, вот отсюда уже очень интересно. Вот ему прям под кустики, вот туда, кузнечика ему туда. Все, опа! Я слоняра, пацаны, еле держу. Нормальный. Сход. Да ладно. Он уже вот, вынимайте, он, смотрите, а он пошел. Вот он бежит. Смотрите, даже подниматься не хочет. Носатый, я сказал, носатый. Давайте рыбачьего сейчас тут на курсе в концу подержу. Еще видишь, тоже. Они сейчас бьют как-то активно, не заглатывая. А вот бежит, взял. Опа! Я видел каюда. Вы на камеру, уважаемые зрители, видели, как это все происходит в прямом эфире. Вау, как вообще обалдеть, это сказка. О, мой уже туда пошел. Мой уже туда подпер куда-то. Отвалился. Мой уже стартанул уже в другую это, блин. Да ты ёлки-палки. Ох ты! Ох ты! Ну такого я не ожидал, конечно. Блин, ты какой такой-то, а? Сильный лень. Он висит еще. Да, нет. Сбоку? Нет, он там закусил, а да, он не сбоку. Я... Он закусил в рот просто нижний тройник. Он закинулся. Закинулся, да. Блин, да он и сиси. Смотри, он опять в попер. Он не просто закинулся, Костя, он чрезвычайно сильный. Да, он сильный, кстати. Очень прокачанный линь, мужики, так что я лодку пустил пока без управы. Кидайте, как кидайте, пока его не заберу. У меня с ним отдельные еще счеты, бля, не идут с этим экземпляриусом, блядь. Забрал? О, очень хороший. Бодрый линь. Смотри какой. Отлично. Хорош, хорош. Вот, все понятно. Плюс. Да ты куда? Малышек, иди сюда. Ах ты. Где кость у тебя этот? Да, блин, сильный какой. А, нет, наверное. Сейчас, секунду.
Все, беги, добро. Красавица. А? Все, снял? Да, снял. Сильная прям вообще. Рыба очень живая, да, как-то? Да, бодрая. Это уже можно с этого уже мем ловить. Рыба очень живая. Уважаемые зрители, смотрите, у человека в немецкой кепке, который без кепки, клюнул линок на муху. Смотрите, как он с ним борется. Андрей Николаевич, скажите ваши ощущения. Ну, повернись хоть на камеру, прокомментируй, что ты. Сейчас, подожди. О, линочек у Андрюхи. Только удочкой мне не перегаси, блин. Опа. Чик. Вот. О, поздравляем Николаевича с линком. Николаевич, ну часто будет? Нет. Кремень. Вот это кремень. Да, кос нету, воды много, но уже вода падает, чистая рыбка ловится. Походу попали мы на жор, блядь, после спада воды. Так, разбираем. Лимон. Спасибо. Судя по изменчивости вашей погоды, можно сказать, не вода падает, а вода пока что падает. Пока что, да. Не важно. Надо сказать спасибо пацанам, Тайменю особенно, и в прямом и переносном смысле. Он уже сегодня был один. Один, да. Другой еще есть. Пока он с нами, блин, у нас все... Есть фарт. У нас, да, все должно получаться. Будь здоров. Спасибо, мужик. Спасибо. Николаевич. Николаевич. Будь здоров. Ты тоже будь здоров. Николаевич там дербанит уже по этих, блин, уже набил. По берушке хорюзов. Ой. Все хорошее. Я тоже не хочу. Все. Сегодня, в принципе, я вернулся второй раз на это место, чтобы порыбачить. И, в принципе, в этом году я вообще только рыбачу сам для себя два раза. Это вот второй раз. Со мной опять Black Hole Trout Mania. И решу я маленько, пока там мужики отдыхают, решу маленько покидать. Видим, что уровень воды нынче у нас большой. Кос как таковых нету, все затоплено. Но вода на падении, вода чистая. Ну, сегодня берет похуже. Ну, в принципе, мы никуда не торопимся, потому что у нас впереди еще есть несколько хороших, замечательных дней. Я зашел порыбачить. Сейчас я буду ловить обыкновенным кренком. Это подделка на фирму Rapala. Клэкинг кренк. Имеет свою хорошую агрессивную игру с шумовой камерой. Ну вот, уважаемые зрители, я дождался долгожданной поклевки. В принципе, клюнула рыбка не сразу, но все стандартное. Я говорю, сегодня
клев такой не очень хороший. Плюс еще большая вода. Вот он, красавец, бежит прям ко мне под ножки. Иди ко мне, дорогой. Ну, скажу, что осенние линки очень-очень сильные. Очень красивые, сильные линочки. Что тут про это говорить? Видим, что он смело идет против течения, пытается уходить. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Да. Мучить я тебя не буду, дружище. Давай, 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 подходи. Мужики мне показывают палец вверх. Очень красивый пятнистый осенний линок. Видим, он хорошо лежит. Его можно погладить вот такой. Ой, ты мой маленький, хорошенький. Давай. Насколько сильно ты его заглотил? Так. С минимальными потерями. Спасибо, друг, за поклевку. Пока-пока. Вот, видим, что линки, в принципе, помаленечку поклевывают. Вот. Ну что, наша рыбалка дальше продолжается, уважаемые зрители. Ебал? Да. Опа! Харь! Нихуя, нормальный харь, блядь! Харюс! Забираем нахуй! Харь, блядь! Уемный харь! Матерый, блядь! Он здесь был бугор, нахуй! Все, это таймишонок! Нет, это линь! Хороший линь! Я в этой жизни не понимаю. Black Hole Trout Mania работает на грани своих возможностей. Мне еще приходится чуть-чуть подруливать, удерживать. Ох, как он головой-то трясет. Похоже на таймишонка. А не, линок, да. Ну прям так головой. Кстати, я держу на курсе, кидайте. Нынче по большой воде и Тума Deep Spire. Король реки. Я вас подвел, мужики, вот кидайте как раз под залом. Юра, так, чтобы под заломом так проходило. Готов, Костя? А ну, эти, бля, сейчас. Куда? Сюда вот, типа? Ну, куда ты? Не угомонился еще, что ли? Да не бойся ты меня. Фига он газу дал. Только его забирать настало, ну, время. Столько... Не бойся, ты его тут это сам. Ну, какие сильные линки осенние. Это просто бомба.
Ну куда ты, друг? Ну прям неугомонный. Ух ты! Не кислый. Ну-ка, где там линок хороший? Опа! Самба! Дежанейро! А потом будет пампарейро, да? Будет. Но позже. Но позже. И не раз. Оп-оп-оп-оп-оп. Опа! Это таймень. Что-то нормально. Стоп! Не огромное? Не, подожди. Это таймешонок у Кости клюнул. Таймешон или линок, ну, просто пахнет хорошо. Не очень круто. Линок. Линок, да. Просто там тяга хорошая, он пахнет хорошо. Самба. Дежанейро. А какой воблер? Самба. Самба, да? Сотая самба. Самба и в Африке самба, да? Да. О, красавчик! Ого-го! Юрок тащит. Хорош. О, линок. Посмотри на меня. Опа! О, красавчик, где так научился, а? Подожди. Здесь, о, пятнистик, здесь научили тебя, да? Мало-мало. Мало-мало? Молодец. Вау! Я чемпиона. Чемпионом она. Deep Spire ловит даже маленьких хорьков. Да, присандалился он. На глушняк? На глушняк. Опа! Я видел, как он тебя присасывал. Ты выдышь, да? Что творит-то? Что творит? Ты смотри! Deep Spire бомба! Вот он копченый! Вот он копченый! О, смотрите! Deep Spire ловит вот таких вот хорюзов! Хороший, добрый харь. Ее глазами, да. Вот здесь вот. Оп. А, вот это кто-то скажет. Опа, опа, было. Опа, опа! Опа! Я тоже сейчас две поклевки было. Лень! Хороший лень у Кости.
А какой воблер поставил, Костяныч? А я поставил этого. А? Роуди я поставил. Роуди, да? Хороший мир. Вон у Кости на роуди поклевочка. Давай я тебе помогу чуть-чуть. Я на нейтраль включу, чтобы тебе легче было взять его. Да нет, так не делается. Ну, у тебя сейчас уйдет. Ну, уйдет и крем. Забрал. Ну-ка, Костя, покажи линя. Ох, какой интересный. Прогонистый, как торпеда, да? На ровди, да, вот на такого роуди, цвета. Ровди 60-й. 60-й. Есть? Саня, помоги ему. Есть, да? У Юры поклевка. Самба. Самба рулит. Бери на левый борт. О! Хороший линяра. Хороший линяра. Ох, какой! На самбу ужалил. Юра Вартадьян берет линка на самбу. Пока не берет. Ну нет, но он, я ж не говорю, не взял, а берет. А вот когда возьмет... Не угомонится он никак. Ну сейчас. Вот этот момент. Но Юра не наматывал шнур нормально от этого, да. Тут он сообразил, что надо чуть-чуть подмотать шнурок. Абсолютно честная борьба, уважаемые зрители, между Юрой и линком. Все, Юра взял. Оу! Юра, красавчик. Эх, хорошо. Отлично даже. Замечательно. Ужали упаки. Опа, есть один. Сука, блядь, как нахуй. Быстрее его вынимай, меланочек. Вот, блядь. Отдай палку, ёпта. О, какой красавчик. Опа! 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 Это! Зеленая ограда! О, уары там шпилят! О, какой линок! Маленький линок, но бодрый. Маленький, но свежий. О, нифига поклевка, аж воблер вылетел, видел? Видел. Видел, он выскочил прям. Фрикцион слышал, и воблер видел. Вот, не успеваем одного снимать, клюют сразу же другие. К
Короче, принцип такой: как только принесут, так сразу будем есть. Опа, 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 вот он. Мелкий. Таймишонок, что ли? Таймишонок. Таймишонок? Таймишонок, мелкий. Ну, давай мы. Тайминя. Тайминя взял, да? О, Костя таймишатник. Махонький леночек. О, шустрый какой, да? Опа, опа, опа! Вот она, вот она! Удача рыболова! Пиу! О, какой сильный, да, Костян? Не сильно крупный, но сильный. Но сильный, да. О, на коротыше! Я уже вынимать, он его догнал. Тона Белямаре. Антара. Костян, езжай, пожалуйста. Иди, красавец, гуляй. Нормально. Таймишонок, похоже. Это да. Мужики, это таймень. Таймень килл на 3, на 5, наверное. Или линяры конкретно. Выходите на косу, я тайменя накошу. Вообще китина, по-моему. Китина, китина. Китина. Мужики, это китина.
Дипспайр ловит китину. Юра, подержи, пожалуйста. Просто не надо тащить ничего, просто подержи. Я держу, держу, держу. Не-не-не, не надо, отойди просто, отойди. Горбыль. Там тихо. Сань, Сань, ты уже спинник, ты не перегружай. Нормально? Нормально вообще? Да. Кет, пришел гонец. Гонец, гонец пришел. Ого-го. Вот он какой. Северный олень. Северный олень, да? Юра, вали его на бок, ломай ему. Ломай его полностью, ёпта. Хороший леночек, Юра. Очень хорошо. Отлично. Успокаиваемся. Я его не подниму, нахуй. Все, вынимаем все снасти, не кидаем. Хоть бы посмотреть, да? Да, его хоть бы увидеть. Да он против течения ебашит. Да, я вижу. Когда он пойдет по течению, ты за ним будешь гнаться на моторе. Он пока не поднимается. Пошел вдоль косы, он уперся в нее, вон коса.
пошел наверх. Поднимайся. Пятно вижу. А, то я воблер вижу, получается. А саму рыбу я не вижу, а воблер вижу. Я тоже вижу. Рыбу не видно, она не поднимается. Вон он идет, но какой он, я не вижу. Вон он пошел вдоль косы, он не упирается и идет вверх. Еще крючки все разогнутые, тупые, слышь, Костя? Слышу. Вон он поднимает. Ну это понятно. Он не поднимается даже. Его даже не видно ни разу. Я просто этой спиннингом не могу ничего. Я понимаю, что ничего не, пока нельзя сделать. А вот бочина выходит. Там такая бочина, Саня. Костя, знаешь, что погано? Что его измотать таким спиннингом? Да, до утра. До утра, нахуй. Че, шнур обрежем? Не, покатаемся пока. Да? Давай я помучаюсь, а ты подумай. Подожди, подожди. По идее, мы делаем ошибку, мы его на середину реки трилюем. Да, его надо... Да, к берегу, надо к тому. Отжимать. Вот он вниз пошел.
уходить с этой струи. Надо его наоборот вот сюда в затишок отводить. Да, коса, он не убирается и не ходит. Нормальной косы-то нет ни хера. Нужно вот этот перекат, чтобы нас пронесло с ним. Ну, вон под тем деревом. Там самые стяжные коряги. Ну, что, дурак против течки стоит. Это обычная тема таймени. Вставать? Да, против течки. Вон он на середине, блядь. Он с него сошел там, за середину. Да. Там поглубже, он там встал. Ну скажу, он тоже устает. Встает, встает. Пока ни разу не показал. Один раз я бочину увидел. Пятно. Главное не кипишевать. Пятно было большим. Сейчас лодку будет поворачивать. Арчер, спиннинг свой, пожалуйста. Горизонт. Спиннинг в горизонт. Надо нажимать это сам. Сам. Не, не мотором. Не. Да подожди, все, нахуй тут. Пока не надо жать. Не идет вниз. Идет, идет. Видишь, я подтаскиваю. Струя, он на глубину. Thank you.
Это хорошо. Подожди. Что-то я воблер увидел. И хвостик увидел. Какой-то маленький хвостик. Нам нужно решить до конца того момента. Ну, вы поняли, где того выводить. Заломы начнут. Да. Нет, я тут плюнул где-то вот здесь, и там, я его... Да, ты здесь плюнул, там коса была. Да, потому что дальше нет. Все кончится. Если мы его сейчас не приболтаем, то потом уже все на. Не то, Саня. Муж забагрил, нахуй. Может, багренный ленок? Да не, нахуй, ты что гонишь? Багренный? Да китина багрена. Китина багрена. Твою мать. Каюда ловит киту. Пытается ее взять руками. Я уже только его комфортно парканул к минимальному течению. В чистенькой воде. Вижу, протянул. Не удержался. На косу. На косу? Да. Под грузочку. Короче, главный представитель фирмы Коэкс попросил выйти на косу. Помощь у зала попросил. Как же ты не можешь совладать такой маленькой китинкой? Скажите, пожалуйста. С мальком. Вот позоруха, я такую снимать даже не хочу. Люди скажут, из-за такого маленького хвоста выходить на берег, блин, да? Вот, пудрый уж. Ныряй. Штанишку туда одел. А вот оно, все. Большая, но я не могу ее поднять, и все. Армян, смотри. Ну, давай. Не улыбайся. Ты портишь кадр своей улыбкой. Чтоб не сказал, что я сделал мало кадров. Хватит. Убери жопу. Чуть-чуть нужно дать, Костян? Плюс, ну, видно? Не, ну у него вот эти вот края, они крепкие чрезвычайно. Ты смотри, вот так вот даже. Да, крепкие. Че, к нам пятиминутка заехала в гости? Слышь? Ну, дрыщевая, конечно. Не важно, в ней точно есть икра. Конечно. Это мамка, точно. Да. Точнее не бывает.
отвалит. Сильный, да, Костян, смотри. Пипец сильный. Аж в руках ходуном, да? Сильно. Тихо ты. Руку-руку, тройник у тебя у руки. Я вижу, да. О, таймешка. Китина, китина. Китина. Догнала и укусила. Да-да-да, догнала и укусила. Китина у Кости. Прям видно ее было в чистой воде. Костя начинает схватку с китиной. А ее придется на косу тащить, я ее так не возьму. Попробуй. Вроде не сильно сопротивляется. Так-то да. Чем ее объять? Необъятным. Ее не прожмет. Ну-ка, посмотри на меня. Вау! Костя хлопнул китину. Вот он. Magic Breeze. Magic Breeze, да? Справляется. Ну это что, Magic Breeze — это специальная лососевая палка. Расскажи, Костя, свои впечатления. А что, половили шикарно. Линка крупного, столько мы еще не видели. Его было много в первые дни. И он клевал прям замечательно. Погода испортилась, клев ухудшился, но все равно поклевки есть, все замечательно, все хорошо. Рыба есть разнообразная, только вот тамени не поймали, мелкие были, но это не считается. Ну, сейчас поджарим. Даже кита. Сейчас поджарим. Клевого. Да, взяли немножко на жереху линков. Здесь все хорошо. Спасибо, Саня. Ну все, уважаемые зрители, подошла наша рыбалка к концу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. До свидания, до новых встреч.